Ну что, дорогие подписчики, я вас приветствую. Подъехали на объектик на очередной. Сейчас будем здесь устанавливать остекление, делать вынос 25 сантиметров. Подоконник у нас 350. Это раму сейчас вот демонтаж производим, снимаем. Она у нас шатается, центр гуляет, потому что здесь вот видите металлический парапет, который идет. Вот этот металлический парапет, у него даже распорок жесткости нет, и труба на 4 метрах, она вот так вот гуляет. Соответственно, дополнительно сюда еще наварим, это все утеплим и сделаем вынос туда. Смотрите, что у нас получится. Смотреться у нас будет очень хорошо, все и жестко. Так, сварили вынос под теплое остекление. Здесь у нас, видите, как все, труба сороковая, для того, чтобы мы здесь еще 30-й пеноплекс под подоконник засунули. Таким образом наш вынос смотрится с этой стороны. Видите, зашили здесь фартухом таким, чтобы у нас вот так этот фартух у нас смотрится. Видите, как все четенько, ровненько, классно. Чтобы у нас металл оттуда не ржавел, и он всегда был сухой. Так, закончили объект. Вот такое вот у нас остекление. Подоконник 350. Все идеально по уровню. Здесь таким образом зашив утеплили, под подоконником пеноплекс у нас вот здесь вот так, видите, как все запенено. Здесь заказчик потом утеплитель 50 поставит и сверху еще 50 перекроет, так сказать. Здесь у нас матовое стекло 1, матовое стекло 2, 3 створочки поворотно-откидные. Сейчас я вам покажу, каким образом. Так, здесь у нас, смотрите, какой шумоизоляция этого козыречка. Видите, сверху он кондиционер капает. И эту часть где-то больше метра сделали шумоизоляцией. Круто, круто. Короче, ребята, так, а высота, смотрите, 8-й этаж, опасно все, конечно. Короче, кому нравится, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Всем добра и хорошего настроения. Пока.